Атрауские инвалиды по зрению провели праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Дню Победы. На концерте школьники исполнили танцы. Участники мероприятия высказали добрые пожелания, еще раз вспомнили подвиг солдат Великой Отечественной войны. Стойкость и мужество воинов, верность самым высоким идеалам и долгу всегда были и остаются истинным примером любви к родине для всех нас и будущих поколений. Стоит отметить, что общественные объединения «Зарептар Арманы» помимо воспитательных инициатив оказывают благотворительную помощь малообеспеченным семьям. От всей души поздравляю с праздником. Желаю крепкого здоровья. Пусть в нашей стране будет мир и спокойствие. Пусть будет светлое будущее. Сегодняшнее мероприятие проходит на хорошем уровне.